главная героиня нашей программы, выдающаяся женщина, актриса, режиссер, руководитель. 19 декабря исполнилось бы 90 лет Галине Волчек. Любимое слово Галины Борисовны было «конфликт». Да. Чтобы был конфликт. Страсти. Конечно, как любой ребенок Советского Союза, я же ее помню ведьмой. Какой эпизод «Берегись автомобиля»? Ой, гениально, когда она в грюнтик этот смотрит. 50, ну возьмите себя в руки. Она уезжала куда-то и говорила, я разложила в жиль деньги для Дениса, чтобы он сразу все не потратил. Запиши, вазочки сотни там-то, петушки есть там. И бедный Денис мне звонил, говорил, где мне взять следующую сотню. Я вот переживаю за какие-то звонки, которые я не сделал. За то, что я что-то делал, вместо того, чтобы мне надо было этого не делать, а прийти к маме. Она мне прощала практически все. Денису, как ни странно, значительно меньше. Какое-то счастье, что в моей жизни была эта очень яркая женщина. В субботу на Первом. И всегда на 1tv.ru.